Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла с мочалкой. Для этого нам понадобится форма. Я выбрала форму силиконовую на планшете. Выглядит она вот так вот. Понадобится мочалка с веревочкой. Необходима будет основа. Я буду использовать основу белую, производство Англия. Буду использовать пластиковую пипетку, стеклянную палочку для перемешивания, обдушку морской бриз, гелевый краситель синий и косметическое масло лесного ореха. Оно оказывает на нашу кожу тонизирующее и освежающее воздействие, имеет защитные свойства и хорошо питает нашу кожу. Также нам понадобится веревка, бечевка, для того, чтобы перед тем, как мы будем помещать мочалку в формочку с основой, нам необходимо будет ее немного вот так вот закрепить. Теперь растопим белую основу. С помощью бечевки мы закрепили губку, вернее мочалку. Вот выглядит это вот так вот. Закрепили мы ее ближе к краю, для того, чтобы еще оставалось место, для того, чтобы мы могли разместить его в формочку. Мы растопили основу и добавляем теперь туда краситель. Добавляем для начала несколько капель, для того, чтобы максимально приблизить цвет основы к цвету нашей мочалки. Хорошенько размешиваем. Добавляем несколько капель отдушки. И добавляем немного косметического масла лесного ореха. Хорошенько перемешиваем. И заливаем основу в формочку. Доливаем не до конца, для того, чтобы можно было удобно разместить мочалку. Аккуратненько помещаем ее внутрь формы и ждем, пока мыло хорошенько застынет. Вот теперь основа полностью застыла, и мы можем доставать ее из формы. За счет того, что форма силиконовая, мыло будет доставаться очень легко и беспрепятственно. Вот у нас получилось такое мылко в виде корзиночки такой. И теперь нам осталось убрать бечевку. Аккуратненько перерезаем ее. И
расправляем мочалку. И вот у нас получилась такая, такое яркое, ароматное мыло-мочалка. Такая вот корзиночка. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!